Приветище! Сегодня у нас новенькая прикольненькая игруха. Она про ужастик, про хоррор, про страх и все такое. Короче, мы играем за маленького школьника, который попадает в старую школу, где нас будет преследовать страшный учитель. В общем, что я буду тебе рассказывать? Погнали, сейчас сам все увидишь. Мы знали, что школа — особое место. Знали, что рискуем, пытаясь пробраться внутрь. Но пропадают ученики. Не только наши друзья, но и многие другие. Взрослые, они точно что-то скрывают. Времени осталось совсем мало. Мы должны их спасти. Что с тобой? Ответь! Он за тобой гонится, господи! Беги! Беги к выходу! Эй, ты здесь? То есть, слышишь меня? Прием. Фух, ты в порядке? Я думала, учитель Хай тебя поймал. Ок, тогда давай выбираться. Попробуй найти отсюда выход. Ну вот, мы снова в школе, хотя непонятно, почему мы здесь. Вроде как в ролике мы отсюда убегали, но, видимо, мы не настолько обосрались, что вернулись обратно и решили еще хапнуть немножечко ужасненького, правильно? Значит, что мы можем делать? Мы можем поднимать вот так вот предметы. Вообще, я играю впервые вместе с тобой, поэтому буду иногда тупить. Если что, подсказывай. Я тебя, конечно, не услышу, но в комментариях можешь написать и обозвать меня каким-нибудь хорошим и ужасным. Или ужасным, да. Лучше ужасным каким-нибудь словом, потому что мы же играем в ужастик. Мы можем взять коробочки. Вот это вот все забираем. Теперь нам нужно отсюда выбраться. Двери у нас закрыты. Ясен пень, понятно. Тут даже вот обклеено все, типа полицейские какие-то ленты. Как мы отсюда будем выбираться? Конечно же, мы вон туда полезем, через вент-шахту. Мы с тобой еще тот человек-паук. Берем, значит, табуретку или стульчик. И вот мы выбираемся сюда. Я видела, как он ударил тебя. Учителя не должны так поступать. Вон он, учитель, смотри, сидит. Страшно. Он меня может схватить, что он там пальцем тыкает? Он сочинение какое-то проверяет, да? Домашку проверяет, наверное. Хайт совсем спятил. Я боялась, что он тебя схватит. Но, как видишь, я бодрячком, я живой. Какая здесь высота? Вы что, спятили? Прыгать сюда, я ж сломаю себе ноги. Ну ладно, прыгай. Ты не видел наших друзей? Они должны быть где-то здесь. А что им здесь делать-то? Ночью в школе. Значит, задача — найти ключ и открыть дверь. Окей. Давай вначале двери проверим. Закрыто. Ну а что ты дверь-то дергаешь? Конечно же, тебе была подсказка дана, что дверь закрыта, надо найти ключ. Чё ты подсказкам не веришь, а? Значит, берем вот эти вот болты и пытаемся здесь все завинтить, чтобы закрыть себе путь. Ну ладно, я не настолько дебил, чтобы сам себе путь преграждать. Мы перебрались сюда, и что мы здесь видим? Так, давай коробку берем, нафиг она там мешается. Газета, свистнуть газету можно, давай. Похоже, дети пропадали здесь и раньше. Если не поспешим, то следующую такую заметку напишут про Кима, Логана и еще кого-то. Кошка, помолчи, пожалуйста. Да, у меня тут кошка что-то разговаривает со мной. Видимо, есть куча стола. Короче, если мы не поспешим, будут пропадать дети. Мы взяли ключ от подвала. Кошка у меня открыла двери там. Подожди, надо пойти с ней разобраться. Сейчас я с ней поболтаю. Все, все, она закрыла дверь и ушла. Так, хорошо, ключ у нас есть. Открываем. Блин, кошка там, конечно, вообще шурудит, а я в ужастик еще играю, обосраться можно. Как капец. О, завал. И что мы тут будем делать, разгребать завал? Ну, конечно же, мы же в школе. Мы же тут не учимся, мы тут как чернорабочие разгребаем завалы. Вот так вот. Куча стремянок деревянных. Это же стремянки вроде, да? Ну, похоже на них. Путь расчистили, можем идти. Удерживайте shift, чтобы бежать. Зачем мне бежать? Здесь что-то страшное будет? Нажимайте пробел, чтобы прыгать. И побежали. Опачки. Что у нас дальше? Блин, ну игруха такая атмосферная. И графика прикольная. И физика прикольная. Мне нравится. Очень нравится. Очень. И музыка такая атмосферная, классная. Фонарь можешь с собой взять? А то у меня фонарика нет. Ты в подвале? Пожалуйста, осторожнее. Хайт рядом. Да я и так стараюсь. Не попадись ему. Я не справлюсь одна. А, то есть эта девчонка где-то здесь тоже бродит? Фонарик, наконец-то! Фонарик! Только о нем заговорил. Мы знали, что лезть в школу будет опасно. Но мы должны что-то сделать.
Нафига вы сюда полезли вообще? В эту страшную старую школу. Похоже на замок, а не на школу. Отсутствует вентиль. Понятно, нам надо вентиль достать. Что мы здесь имеем? Тут ничего дергать нельзя, факел достать нельзя. Нужно пробраться вон туда. Удерживайте. А, во! Во! Она отъезжает, оказывается. Хоп. Отъехала. Замочек можно подобрать, да? Но нафига нам замок? О! Это что у нас? Что это такое? А, это кандалы! Прикол. Он здесь держал детей, а вот вентиль. Забираем. Вентиль у меня в руке. Если сейчас этот учитель Хайд к нам подбежит, я ему вентиль воткну в голову. Я откручу ему что-нибудь. Вращайте. Давай. Поднимай. Опаньки. А, надо успеть еще. Все, я прошел. Взрослые будут искать их где угодно, но не здесь. А, они здесь, я уверена. Это она про детей. Коробку заберем. Мало ли пригодится. Искрится что-то. Может, чем-то кинуть и сломать вот эту штуку? Давай попробуем. Фонариком, например. О, точно. Точно. Все гениально и просто. Берем вентиль и откручиваем. Опа-на. Есть, бежим. А здесь что такое? Стелс. Нифига себе, сейчас стелсовые всякие истории начнутся. Состояние учителя Хайда отображается значком глаза в верхней части экрана. Белый спокойный, желтый востревожен, и красный, он, короче, идет тебя искать и убивать. Все понятно. Я понял. Стелс. Входим в стелс. Ким, Логан, Мэдисон. Они ждут нас. И мы придем. А может, я обосрусь и убегу? И мы не придем? Что-то слишком жутко. Я уже заикаться начал. Фонарик включись. О, отлично. Он идет, красный. Бежим. Черт, нет. Он нас поймал. У него белые глаза и у него нет рта. Ужас какой. Да я в курсе про стелс. Он уже нас навстав. Все, это капец. Это истерика. Выйди отсюда. Прикинь, он нас отобрал. Фонарик, коробка и все, что я забирал долгой жизнью. Так кропотливо. Ужас какой. Где мои вещички? Отдай мои вещи. Я на тебя сейчас накинусь, как вампир, и буду... Ой, ты видел его? Красный опять. Да что ж такое-то? Бежим. Куда, не знаю, вокруг. Пролезь. Да я же мог там пролезть. Ну как? Блин. Я так не играю. Нажмите Q, чтобы наклониться. А, я еще вот так вот могу выглядывать. Ты где там? Как дурачок, да, выглядывать? Как будто меня не запалит. Вася. Вася, очкарик. Блестящие глазюки и красный галстучок. Здорово. Колбасит что-то цистерну там. Хайд. Хайд. Он так... Странно разговаривать. Но он, это монстр, это же не учитель. В него явно вселились бесы. Так, смотри, мы можем сюда забежать, да? О, нифига себе. Пролетик такой хороший. Ладно, давай тут и проскочим. Бежим. Он ушел в другую комнату, да? Бежим. Фух, удрали. Но он-то сюда не... А, у него желтый значок глаза. Все, ок. Открываем сейф. Книжечки. Давай книжечки здесь заложим, чтобы он сюда не пробежал. Мы забаррикадируемся книжками. Черт, мало книжек, надо больше книжек. Я уверен, что у него там на столе что-то было, что-то лежало. Я прям хочу туда еще раз вернуться. Он вроде как... Он долбит в цистерну. Все, мы тут... Ой, я череп схватил. Зачем мне череп? Не знаю, он и так страшный. На кой черт я свистнул череп? Эй, Хайдик. Хайдик идет сюда. Ну, по фонарю можно его увидеть. Ладно, идем дальше. Скорее, лезь наверх. Я вылез наверх вроде как. А, подгрузилась. О, я вижу внутрянку веревки. Веревка вошла в мой глаз. Ладно, поднимаемся. Хватит страдать фигня. Решетки закрылись. Обратно мы не вернемся, по всей видимости. Мы выбрались из школы, я тут молния. Ух, какая школа-то страшная. Найти способ попасть в школу. Опять! Я только что из нее выбрался. А, подожди, или я был в подвале? Нет, я был в школе. Но попал в подвал и выбрался с нее. А теперь мне нужно обратно в школу. Что за идиотизм? Светлички, привет. Ты тоже слышишь это? Господи, это они. Они там, наверху, в этой чертовой башне. И он ставит над ними эксперименты, да? Он превращает их в Франкенштейна. Как мне отсюда спрыгнуть? Опа! А, вот, все просто. Берем велик и мчим домой.
Я не хочу думать, зачем они понадобились. Надо спасти их. Зачем они ему понадобились? Ну как, зачем? Для опытов? Он хочет стать человеком, очеловечиться, наверное. Сколько здесь рубильников, красных проботков. Обалдеть. Заберись внутрь и найди путь к башне. Мы можем спасти их. Поторопись. Да блин, ты задрала. Ты задрала мной команду. Сама залезь, заберись и найди их. Чё я-то всё должен делать, как шестёрка твоя? Я не понял. Так, велик и всё, и домой, к мамке с папкой. Но тут вроде больше ничего. Мусорку стырить нельзя. Стырить мусорку. Ладно, пойдем решать вопрос с проводками. Смотри, тут еще есть вот такая вот фигня. Можно залезть по ней. Черепок, если что, у меня. Ведерки взять нельзя. Просто хоп, хоп, хоп. И вот мы взбираемся в школу. Но подожди, надо решить вопрос с проводами. Мы можем тут электричество отключить, включить, да, по всей видимости. Вытащить. Оп. Отключили под... В смысле ты опять воткнулась? Нет, 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 нет. Вот так вот. Там свет должен был отрубиться. Come to grave. Возвращайся, грейв. Нет, спасибо. Пожалуй, не буду возвращаться. Так, и что дальше? Ага, я понял. Значит, вот этот вот... Давай, берись. Вот этот штекер мы тащим сюда. Сейчас мы его воткнем. Чего? Лифт. Мы можем лифт подключить, да? Лифт можем? А, розетка сгорела. Обломись, никакого лифта. Будешь подниматься на своих двух. А как его воткнуть-то? О, воткнули. И что мы включили? Что написано? Ниже же я не вижу, не разбираюсь. Класс? Какой-то класс. Суэнс класс? Это свет. Свет мы можем вырубить. Нет, лучше пусть он будет. Пусть он будет. А здесь можно выдернуть? Нет, тут ничего выдернуть нельзя. Ну ладно, мы подключили, допустим. Все, можем теперь подниматься наверх. Сейчас мы узнаем, что кого там. Чё кого. Здесь решетка. Ого! У меня сердцебиение сразу участилось. Хорошо, поднимаемся. Наверх. Мы видим, что там никого нету в классе. Кстати, вот, наверное, мы в этом классе свет подключили бы. Правильно же? Гаечный ключ. Его надо взять. Он, возможно, нам пригодится. Вот швабра. А, нет, это не швабра, это для покраски. Это выкинуть нафиг. Тихо. Тут можно доски оторвать и залезть туда. Но мы полезем вот так. А, вот для чего нужен был гаечный ключ. Понятно. Болтики откручиваем. Вот. Я снова в школе. Вот какого, на кой черт я сюда полез опять? Меня пару раз поймали. Отлупили по жопе, может быть, мозги высосали, или я не знаю. Или я тупел после того, как меня Хайд поймал. А я все равно сюда лезу. Я вот тут бесстрашный вообще. Бестолковый какой-то парниш. Я же парниш или девчонка? Наверное, я парниш. Найти способ попасть в школу. Ты снова здесь. Идиотина. Зачем ты сюда залез? На кой черт тебя сюда манит? Найти путь в башню. Ок. Сейчас будем искать путь в башню. Ага, вот я вижу, как выйти. Тут же закрыт, правильно? А, нет, тут открыто. Но я могу и пролезть вон там. Сейчас. Сломал тут всю конструкцию. Тут хай. Вот. Эту комнату мы видели? Нет, не эту комнату мы видели. Фонарь не оттащить. Можем... А столик оттащить? Нет, не оттащить. Сейчас я тут все проверю. Может, тут что-то интересное есть? Это что, почки чит? А, это картошка. Картошка, почки, господи. Мне так страшно, что мерещатся всякие части тела. Возьму статуэтку. Мало ли, пригодится куда-нибудь что-нибудь кинуть. Вот, например. Я же могу сюда кинуть? Да, могу. Но это никак не помогло. Письмо какое-то, смотри. Взять письмо. Прошу подготовить класс физики к научной выставке. ПС. Переместите столы на склад. Понятно, переместите столы на склад. Как их перетащить? Никак. Вообще, эта задачка не для меня. Это там для кого-то было написано. Дверь здесь открыта. О, рубильник. Фига себе. Но я взаимодействую с ним. Нет, могу. Я что-то нажал, что-то открыл. Что случилось? Потайная комната. Офигеть. Ритуальный стол. А вот и сам Хайд. Старые добрые времена. Знакомый портрет. Выглядит древним. Интересно, чей он? Да это же учитель Хайд. Просто он молодой здесь. Он что, вампир, что ли? Он реально вампирюга какой-то. Он это... Долгожитель. Очень долго живет. Тут вроде бы все. Все обыскали. Ничего, взять портрет можно свистнуть? Не, нельзя.
Не-не-не-не-не. Ладно, пошли тут. Пошли. Скорей, дверь открой. Закрыт, черт. Черт поди, закрыт. Все, выходим отсюда. Как зашли, так и выходим. О, еще одно письмо. Как я его не заметил? Взять. По ночам из заброшенной башни слышен странный шум механизмов. Спросил об этом мистера Хайда, ведь он дежурит по ночам и должен знать что-то. Он даже не обратил на меня внимания, просто молча ушел. Странный тип очень. Да, конечно, он странный. Ты видел его глаза? Он вообще какой-то чудаковатый. Очень жуткий типок. Подожди, там же было в письме. Уберите все столы. Вот их и убрали сюда. Тихоня. Я тихоня. Меня не слышно. А, это фонари. Я думал, это глаза опять Хайда. Сюда можно пройти? Заперто. Главное, чтобы нас не спалили. Глаза белые. А, черепков сколько, закройте. Это что такое? Это сумочка чья-то. Ладно. Что произошло? Что произошло? Еще записка. Вижу улицу. Зачем здесь решетки? Зачем в школе решетки? Мы что, в исправительной колонии? Для чего? Давай здесь посмотрим. Опа-на! Детишечки, фоточки! Вот, смотри, три чувачка. Короче, одна из вот этих девчонок нам помогает. А вот это я, походу, очкарик, да? Или это тоже девчонка? А фиг его знает. Вот это пацан, и я пацан. И две девчонки. Все правильно. Все, я понял. Я въехал. Мы потихонечку въезжаем в сюжет. Зачем я это делал? Зачем я открываю? Чтобы взять кубок. Теперь у меня есть кубок. Давай почитаем, что здесь. Похитили кубок. Наказание будет смягчено, если вы добровольно сознаетесь в содеянном. Кубки – гордость школы, и мы вернем их любой ценой. Так, возвращаем кубок. Подожди. Возвращаем кубок. А, он не возвращается. Ну все, короче, тогда борода. Я не буду ничего возвращать. Тут можно электричество подключить. Выходим отсюда. Ключик. Надо его взять. Главный вход. То есть я могу... Вот, я открыл дверь, я теперь могу отсюда выходить спокойно. Ух, слава богу. Свежий воздух, это хорошо. Ой, а зачем я это сделал? Зачем я включил сигнализацию? Ну, допустим. Допустим, я включил сигналку, чтобы меня меньше было слышно. Не разбить. Эх, а я хотел там что-то... А, так он пустой, там ничего нет. Ну вот. Сигналка будет теперь нервировать меня. Столько всяких предметов, и не знаю, что тебе пригодится. Вот серьезно, на кой черт я, например, кубки набрал? Наверное, потому что у меня, в принципе, нет кубков, да? Я еще мелкий слишком. Поэтому и взял. Они такие золотые, блестящие. Здесь есть что? Замок. Нет, замок не нужен. Здесь рюкзак. Вот рюкзак я бы взял. Я же в школе все-таки. Замаскировался по школьнику, и все, тебя мистер Хайт не поймает. Типа, лифт наверх. Надо только найти способ включить его. А как? Я пробовал, там у него розетка сгорела. Ой, лучше не подходить сюда, электричество, все. Тут все. Вон там розетка. Угу, я понял. Сейчас давай залазим. Сейчас розеточку мы тут... Хопа-на! А вот, кстати, розетки. И что? А как... Блин, вытащи ее. Господи, как она туда воткнулась, ты что? Че так страшно-то, блин? Обосратушки по полной программе. Так. Здесь ничего интересного. Но нам явно сюда вот надо. Сейчас я достаю гаечный ключ, у меня их целых два. Откручиваем. И сейчас мы попробуем лифт запустить, да? Ох ты ж, нифига себе, Тесла! Установка Тесла. Кто-то бежит, я слышал. Хайт отключил сигналку. Слава богу! Она не будет нервировать нам мозги. Давай посмотрим, что у нас здесь. Пусто. Часы. Зачем часы в шкафчике? Да еще такое количество. Очень подозрительно. А можно здесь прятаться, интересно? Не, закрыться нельзя. Если я сюда забегу... Закройся. О! Я спрятался, меня никто не найдет. Но я не буду прятаться, потому что мне нужно здесь... Вот оно! Ты можешь подвести электричество к лифту отсюда. А, ну хорошо. А что за значок? Кто это нарисовал здесь? Так, а где лифт? Самое что интересное. И мистер Хайт не пришел, здесь заперт. К лифту. Получается, мне надо из кубков сделать вот такую вот линию, что ли? Так, если я заберу кубок, а я не могу забрать, у меня типа дофига кубков.
А если я вот тут вот кубок положу? Подожди. О, действительно, смотри. Угу. А где лифт у нас находится? Покажите мне лифт. Лифт, лифт, лифт. А, ну вот сюда мне нужно. К этому щитку. Правильно же? Правильно. Здесь что? Еще один рюкзачок. Оки-токи. Сейчас все сделаю. Я еще вот эти вот комнаты проверю. Здрасте. Вот еще кубок есть, если что. Если вдруг мне пригодится. Черт. Какие странные портреты. Стремные, странные. Он идет, он идет, он идет. Он идет, он идет, 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 идет. Открывай. Я спрятался, я спрятался. О, господи. А-а-а, нет. Капец. Я столько кубков набрал. Рандомизация. Школа меняется с каждым прохождением игры. Игровые объекты, пути и даже целые комнаты могут находиться в совершенно другом месте. Ты видел это? Кажется, что-то поменялось. Не, я нифига не видел. Я просто сейчас обосрался. У меня столько кубков было. О, смотри, реально. Стройка закончилась. Хм. Прикол. И как нам теперь в школу пробраться? Будем сейчас думать. Ладно. Все по-новому, ребят. Только немножечко все видоизменено. Опа, гаечный ключ надо взять. Все предметы опять у меня полетели в гагры, за исключением черепка. Кстати, его надо выкинуть. На кой черт нам черепок вообще? Вот, серьезно. Так, пошли. Подключим снова класс. Ты где там? Не отставай от меня. Смеёныш, проводёныш. Втыкаем. Ага. Все, электричество подключили, там все теперь светится хорошо. Как будем проникать в школу? Может, дверь открыта? Ха! Ха-ха-ха. Ключа здесь нету, сигналку я включать не буду пока что. Ну, чё, надо кубки тогда собрать по-новому. Ищем кубки. Значит, вот кабинет с кубками. Вот он первый. Тут мы уже были. Я, в принципе, сейчас быстро сориентируюсь. Чё, куда, как? По-быстренько вообще. Так, здесь у нас ничего не открыть. Значит, вот эта комната. Кубок есть. О, ключ от входной двери. Кабинет науки. Угу. Почитать не могу. А что за кабинет науки? Где он находится, интересно? Вот еще кубок. Забираем. Здесь записка какая-то. Такую я не видел. Я запер дверь. Если потребуется уборка, ключ у меня в столе. А, ну вот. Кабинет науки. Ключ у нас есть. Отлично. Хм. Сейчас мы воду отключим здесь. Воду отключим. Электричество. Проводок вот сюда далеко. Здесь гаечный ключ. Вот. И сейчас смотри, что мы будем делать. Все просто. О, а теперь он там находится. Ну, тогда отсюда еще проще. Так легче даже будет. Если я тебя кину сюда. Есть. Контакт. А вот этот забрать бы. Ага. Черт, он, кажется, идет. Или мне кажется. Или он, кажется, идет. Я слышу его шаги, но не вижу пока. Интересно, а как далеко будет электричество брать? Вперед. Пока хорошо. Так. Все. Активировал лифт. Ух! Едем, 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 едем! Скорее! Фух! О, господи! Чуть сердце в пятки не убежало. Капец, я успел обосраться. Походу, сегодня... А это кто такой? Походу, я сегодня буду... Обсираться, чистить. Это же дети! Мне кажется, или это дети, над которыми он опыты поставил. Чёрт! О-хо-хо-хо-хо! Я живой? Кости целы? Ноги целы? Ух! Я снова в подвале. Да какого лешего? Ты цел? Мы были так близко. Иди ты в трещину, мы были так близко. Я тут своей жизнью рискую. Ага, вижу проход. Надо... А, ну вот рычаг есть. Тут вроде ничего больше такого нет. Эй-ёшеньки. Найти путь из подвала. А тут как бы все элементарно пока. Все просто. А это что такое? Фотоаппарат? Разрушение. Мы пушку нашли крутую. Используйте устройство, чтобы добраться до недоступных мест. Перекрестие изменяется при наведении на разрушаемый объект.
Какое странное устройство. Советую его взять. Уверена, оно поможет выбраться из подвала. А это что такое? Это какие-то кристаллы, может, это заряды? Допустим. А, ну да, кристаллы — это заряд. Наводим на перекрестие. Ого, это было громко. Сейчас Хай далеко, но подобное точно его привлечет. Но я буду это делать редко. Взять. Школа была открыта в 1950-х годах меценатом Майклом Дугласом на месте военной базы Грейвуд. Странный выбор места для школы. Ну, действительно, военная база и школа. Так, а где еще что-то можно разбомбить? Ищем слабые места. Я, короче, вернулся к лифту, и вот тут стенка есть, которую можно сломать. Смотри, я прям вот на нее навожу, и перекрестие меняется, видишь? О, круто. Как я и говорил, эта штука явно пригодится. Интересно, как она здесь оказалась? Ну, это же военная база, тут всяко экспериментировали, вот я и... Ну, в смысле, она в прошлом была военной базой, а сейчас школа. Может, что-то и нашли в обломках. Заперто. Можно стенку эту? Ну да, можно стенку эту снести. Я разрушитель маленький. Хожу и разношу школу. Тебе как-то нужно залезть в вентиляцию. Но я даже знаю как. Тут где-то было... Вот, коробка есть. Я ее двигать могу? Подожди, давай я уберу все из рук. Переместить. Да, я ее могу двигать. Переместить. Давай. Парниш, давай. Ну что ты, не дрейфь. Чуть-чуть осталось. Но. Что-то больше не двигает, слушай. Тут что-то мешается? А, ну да, тут балка лежит. А как балку убрать? А никак. Тогда в ту сторону. Вот, за балку выкатили, теперь сюда. Ага. Ну вот, теперь взбираемся. А! Вы что? Не надо издеваться так над ребенком. Подумаешь, дощечка сломалась. И что? Она такая хрупкая, не выдержала веса ребенка, еще сломалась. Так, надо разбежаться как-то аккуратно. Бежим. Есть? А это что такое? Взять, может, горшки. Кстати, надо попробовать горшками покидаться в этого. Хайда. Ой, осторожно с этими горшками. Они разобьются, если их столкнешь. Шума будет очень много. Но я постараюсь больше не шуметь. Если что, это будет отвлекающий маневр. Ну, в смысле, горшки. Чтобы отвлечь Хайда. Ой. Подгрузились куда-то. Эти загрузки отвлекают. А, что это такое было? Блин, нифига себе, я еще в наушниках сижу. У меня такой звук в уши дал, да еще и зрительный эффект. Ну ты видел, как у меня затрясся экран. Мышка. Мышка-экран. Блин. Вроде детская игруха, а так стрёмно. Включить. Я верю, что должен быть другой путь в башню. Найди его, и мы вытащим наших друзей. Ты достала уже мне командовать? Ладно, горшочек, иди туда. Горшочек, выкинь. Ой. Он может сюда забежать. А как он сюда забежит? Тут же двери закрыты. Значит, сюда он не прибежит. Но фонарик я возьму. Как интересно, здесь дверь сделана, да? Требуется болторез, чтобы отсюда выйти. Куча цифр. Интересно. Ого. Интересно, это как-то важно или нет, эти цифры? А, код! Все понятно, для чего здесь цифры. И там болторез, наверное. Ну, допустим. Так, коробки я сейчас уберу. Куда идет вот этот провод? Давай я вначале отключу. А, это я включил. Зеленый свет там. Ага. Коробку могу подвигать, смотри. Так, что я там вижу? А нифига я там не вижу. Белое свечение. Наверное, надо отключить все-таки фонарь. Да, и так тоже толку особо-то и нет. Окей, вводим код. Вводим код, но какой? 8, 2, 8, 3. Все, что желтое, это комбинация. 8, 2. Как понять, по вертикали или по горизонтали цифры? А? И тут много желтых. Мы точно знаем, что это 5, что это 8, и что это 3 и 2. Да? Вроде все. Давай пробовать. Три цифры. А, три цифры. Нужно. Значит, три.
3 очень много здесь, 5 тоже, пятерок очень много, и 8. Да, значит, в какой последовательности? Наверное, 8, потом 3 и 5. 8, 3, 5, давай попробуем. 8, 3, 5, да? Нет. 8, 3, 5, 3, 8, 5. О, открыл! Ха. А вот и болторез. Надо что-то выкинуть, правда. Кубки нам больше вроде не нужны, давай их оставим. Болторезик. Отрезай. Есть. Ну что, вот это за свечение? Я вообще не понимаю, для чего это нужно было. Подожди, ну-ка давай включим. Включайся. А-а-а! Все, теперь я понял. Он указывал на порядок цифр. 3, 8, 5. Ясно. Но мы и так разобрались. И так все понятно. О, кристаллики надо забрать. Это нужно. Это нужно. Достаю ствол на всякий пожарный, если вдруг выбежит. Ах ты ж, ёпарасоте, это что за фигня здесь происходит? Я точно в школу пришел? Может, это лаборатория по исследованию всяких чудес, или мутантов, или людей X? Ёперный. Чудес, блин. Это я тут чудо. Обычный человек. Непонятно, всякая фигня происходит. Ну не надо меня так пугать. Что за фигню вы здесь устроили? Я сейчас обкекаюсь и убегу. А нет, я обкекаюсь и буду ходить с обкеканными штанами, чтобы тут воняло на всю школу, понятно? Буду здесь бздеть, чтобы вы носами заткнутыми ходили. Давай почитаем. Методы методы мистера Хайда устаревшие и незаконные. Кандалы, телесные наказания. Странно, что ему все еще позволяют преподавать. Я думал, эта школа уже закрыта давным-давно. Он, наверное, отлавливает детей и сюда насильно приводит их учиться. Вот это вот что? А, это тень. Это тень, он от той фигни. От факела. Коробки брать не буду. Опа! Break the fourth wall. Сломай стенку, написано. Главное, чтобы нас не услышали. Сейчас я посмотрю, где этот наш великий учитель, который страстно любит преподавать какие-то непонятные предметы. Ой-ой-ой. Смотри, от этой карты идет кабель к той двери. Возможно, это работает как ключ. Попробуй вставить элементы. А, ну она, наверное, про карту имела в виду вставить элементы. И что? Как я тут могу? Как я тут могу? Включился телек. Возьмем ключик. Локальный музей. Я, блин, еще какой-то ключ подобрал, но не увидел, от чего он. Этот ключ от локального музея. Хорошо, допустим. Так, подожди. Давай вначале мы вот эту дверь бомбанем. Оттуда мы пришли. Эту дверь мы ломаем. Нас услышали? Нас услышали? Ой, камера. Всего нам нужно три куска карты. Один из них в этой же комнате, а два других где-то недалеко в соседних комнатах. Точно не в подвале и не на улице. Я понял, но тут мистер Хайд где-то ходит. Надеюсь, он мимо пройдет и не сюда повернет. Фух, он прошел. Фух, фух, фух. Вот эту стенку тоже можно сломать. Так, давай-ка вот тут вот посмотрим журнал. Найти все фрагменты. А, вот, у нас есть ключи. То есть у меня есть ключи от подвала. Ага. Главный вход. Кабинет науки. Боковой коридор. Локальный музей. Вот все ключи. Хорошо. Информация, что мы тут имеем. Фоток нету. Газеты 2 штуки. Записи Эрен. И записки. Обычные записки. Ок. Значит, мы можем прошибить здесь еще дверь. Но, надеюсь, нас не услышат. Ой, услышали. Услышали. И куда он бежит? Черт, он здесь. Он здесь. Черт, нас запалили. Скорее сюда. Здесь он не пролезет точно. Закрывайся, дверь. Вот так вот. Фух. Пронесло. Я хотел в него выстрелить или кинуть что-нибудь, но, блин, мне очень хочется в него снаряд тратить. Как-нибудь в другой раз. Он ушел? Вот мы можем... А, в него можно стрелять? Блин. Просто профукал снаряд, он застрял в этой кабине. А-а-а. Ну, короче, в него можно стрелять. Окей. Я потом попробую. Интересно, а камеру можно как-то сломать? Чтобы она тут не светила. Сколько здесь камер, обалдеть.
Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихонечко, тихонечко. Вот сюда. Так. Теперь сюда. Он где-то там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, иди сюда. Иди сюда. Сейчас попробую в тебя пульнуть. Проверим, как тут все скажется на тебе. Опа, есть. Короче, это работает. А теперь прячемся. Только куда? Здесь я был. Все, мы, кажется, спрятались. А вот и лестница. Возможно, по ней ты сможешь забраться наверх. Какой верх? И вверх ли? Скорее всего, она там говорила про башню. Нам же в башню надо попасть. У меня один выстрел остался. Нужно еще кристалл найти. Ну, зато я знаю, что выстрелы задерживают мистера Хайда. Да, блинский! О-о-о! Сейчас он откроет, и я сразу стреляю. Давай, открывай! Ну, открой! Давай. На тебе! Черт! Бесполезняк вообще. Слушай, когда он тебя хочет поймать, он тебя 100% поймает. О, мы возле камеры. Автосохранение сработало. Ну и хорошо. А, я с горшками. Понятно. Понятно. Сейчас будем отсюда выбираться. Карта снова перезапустилась. Школа теперь имеет немножечко другую конфигурацию. Как нам? Давай наверх залезем. Ага, через вентиляцию. Гаечный ключ. О, а что это? Что это у меня включилось такое? Как-то странно. Ладно, откручиваем болты, не обращаем ни на что внимания. Переместить. Вот так вот. О, рюкзак чей-то. Нет, рюкзак, стой! Куда ты рюкзак утащил? Возможно, это был рюкзак моего другана. Я иду, 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 никого я не боюсь. Можно спрыгнуть сюда, камерам. Но я хочу пройти дальше, посмотреть, куда же... А, ну тут, в принципе, все в одно место выходит. Уточка! Так, подожди. Я сейчас выкину горшки. Все горшки. У меня два выстрела, точнее, два патрона есть. Мистер Хайд, вы где? А я уже заметила один кусок карты в углу класса английского, а второй в той комнате с камерами в музее. Молодец. Вон он, мистер Хайд. Ты бежал? Ага. В классе английского, да? Значит, будем искать класс английского. Да все, вали уже отсюда. Бесявый чиж. Ой, 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 ой. Он меня спалил, но он сюда не залезет. А, он кидает лампочки, прикинь. Ты что, идиот, что ли, в детей кидаться? Он убежал? Вроде да. Вроде свалил. Так, а камеру давай попробуем вышибить. Черт. Криворукий пацан. Вот же камера. Ящики проверяет, гляди-ка. А если уточкой кинуть? Я уточку могу взять? Уточка? Давай, кидай. Ну, блин, это была глупая идея. Я не думал, что утка, она с пищалкой. Оки-токи. Горшочек. Цветком можно взять и попробовать вырубить. Все, он сюда не идет. Да блин, спрыгнул на эту утку. Черт, меня запалили? Убегаем. Давай-ка попробуем найти класс английского. Где он может быть? А, вот, подожди. Вышибаем камеру. Да что ж такое-то, а? Ну как это называется? Ой-ой-ой-ой, запрыгивай сюда. Я опять ему попался. Кажется, я устал. Я слишком перенервничал. Давай последнюю попытку и будем закругляться. Ох ты ж... Да ладно. Ты видел это? Бегу я такой, бегу, а пол просто из-под ног ушел. Офигеть. Так, кто там у нас? О, карта, пожалуйста. Спрыгиваем. А это кабинет английского? Ну, похоже. И меня прямо сюда привели. Спасибо. Кажется, кто-то играет с нами. Кто? Кто бы это мог быть? Смотри. Смотри. Еще одна карта. Черт. Вот эти вот звуки меня очень... Вообще не очень устраивают. Сейчас, подожди. Оп. Все, нашли. А, она от нас убегает. Я-то думал, я ее собрал. Дай мне эту карту, пожалуйста. Подожди, давай я в нее кинуть попробую. Выбить, так сказать. О, вот.
Это другое дело. Забираем. Поймай меня, если сможешь. Дали ачивку. Забираем, значит, нашу... А, не можем забрать. Блин, этот кубок, он так... Он так важен для нас. Давай поставим просто... Поставь просто аккуратненько. Вот, вот. Ничего не разбили, шуму не придали никакого. Просто поставили эти чашечки и все. Вазочки, чашечки. Тут у нас что? Блин. Туева куча уточек вывалилась. Подставон полный. О! Учитель идет. Так, значит, мне осталось еще найти пару элементиков, и можно, в принципе, отсюда сваливать. Ну, как свалить? В башню идти. Табуретку убираем. А почему я не вышел через проход? Вот тут как... А, двери закрыты. Естественно. Естественно, двери закрыты. Вот это надо забрать. Пройти сюда. Наверное, я здесь это все оставлю. Ой, застряло. Ужас какой. Ха, я теперь выйти отсюда так не могу просто. Давай здесь оставим. Вот. Куда здесь идти? Карта поменялась, я теперь... Ты слышал этот звук? Опять девчонка с нами играет. Призрак. Девочка-призрак. Опять карта поменялась, и я не знаю, куда идти. Все перемешалось. Надо аккуратно с камерами быть. Ой-ой-ой-ой-ой, уходим. Хорошо, что он нас тут не может достать. Он слишком крупный для таких мест. Чего ты табуретки тут раскидываешь, а? Чувачок. Ну, свали уже. Ходит тут что-то. По своей школе. Все, ушел. Я хочу камеру вышибить. Попробовать. Давай. Не, с камерой так не прокатит. Тихонечко. Блин, как бы... Оп, прошли. Отлично. Осторожно. Да, сюда. Фух, вроде как проходим. Ого, что тут написано? Ты видишь? Бу. Хо-хо. Призрак с нами играет. Мы вон там вот были, по-моему, как раз таки здесь и ходил наш учитель. Дверь закрыта. А там кто спит? Учитель Хайд пошел спать. Камер здесь нету. Давай пройдем сюда. Здесь заперто. А нам надо на ту сторону попасть. А как это сделать? Обходить все это вокруг? Вент шахты никакой нету здесь? Походу нет. Ладно, значит вокруг обходим. О, смотри, снова надпись. Скэп. Скрэп? Скрэп? Или что? Ё-моё, ё-моё. Офигеть. Он двери откроет, нет? Открыл дверь. Мы пройдем за ним? Блин, он двери запирает за собой. Он запирает двери. Камера долбаная. Так. Аккуратненько, очень аккуратненько. Это что ж такое-то? Есть. Обошли. Ну, сейчас, получается, надо выйти вокруг. Да, вон там открыта дверь должна. По-любому просто. Блюбас. Даже? Заперто. Да что ж такое-то? Где-то ключи надо достать, значит. А, так вот, наверное, вот здесь вот пролезть надо. Че я ходил-то вокруг да около? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас спалили, но мы убежали. Он заходит в эту дверь. Вот он стоит. Фонарик у него какой-то странный. Синим светится. Люминесцентный, что ли? Он бежал. Эй, учитель! А он туда в кабинет зашел. Черт, сюда идет. Прошел. Твою налево, да ёпарас, это как ты меня заметил? У тебя что, третий глаз на жопе, что ли? Можно я посмотрю одним глазком вот так вот? Он сюда заглядывает. А здесь никого нет. Все, ушел, наконец-то. Наконец-то он ушел. Да? Блин, как меня пронесло-то, а? Вообще. Вот это пронос. Понос. Главное, чтобы он эти двери сейчас не открыл мне в обратку. У меня ключ был от этой двери. Это хорошо. Можно сирену включить? О,
Черт, в какую сторону пойдешь? Аккуратно, 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 аккуратно. Аккуратно бежим. Не-не-не-не-не, я успею, ты меня не догонишь. Не догонишь, не догонишь, поймал! Да что ж такое-то? Че я такой медленный-то? Все, короче, он меня выбесил. В общем, на этом мы закругляемся, уже довольно долго играем, и все эти ужасы, они как-то плохо влияют на нервную систему. Мне игруха понравилась, и я бы хотел увидеть ее продолжение. Если ты тоже хочешь увидеть ее продолжение, то не забудь поставить лайк под этим видео, лайки решают. И подпишись, чтобы не пропустить следующей серии. И увидимся мы именно на ней. Ну или в другом ролике каком-нибудь. Так что увидимся и услышимся. До встречи!